Здравствуйте, уважаемые родители! Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вам стать волшебниками и сделать волшебство с помощью бумажного полотенца, фломастеров и емкости с водой. Бумажное полотенце нужно сложить как открытку, как книжку. Фломастерами или маркерами на лицевой стороне нарисовать какой-нибудь простой рисунок. Но могу сказать вам честно, что на бумажном полотенце рисовать не так-то просто. На лицевой стороне мы нарисовали с вами простой рисунок, а внутри нашей книжки мы дополнили этот рисунок разными яркими элементами. Теперь мы закрываем нашу книжку-открытку, и нам нужно все это погрузить в волшебницу, в воду. Наша салфетка в воде намокла, и то, что было внутри нашей открытки-книжки, проявилось на лицевую сторону, и наша картинка стала яркая и насыщенная. Но я еще заранее нарисовала картинку, не на салфетке, не на бумажном полотенце, а на простой бумаге. На лицевой стороне простой рисунок и на внутренней части дополнила элементами. Эта бумага плотнее, чем салфетка или бумажное полотенце. Но я тоже сейчас опущу ее в воду и посмотрим, произойдет ли волшебство. Эта бумага плотнее, она намокает дольше, чем салфетка. Поэтому понадобится какое-то время, чтобы внутренний рисунок стал видным. Но зато от воды фломастер мой потек, и вода окрашивается в тот цвет, каким фломастером был нарисован мой рисунок. Попробуйте! И покажите своим друзьям. До новых встреч!